2015 году, в 2014 году, вернее, у нас приняли решение я и еще ряд наших знакомых из семьи, ну, мы все родственники фактически, приняли решение переехать из Молдавии. В 2015 году мы выиграли грант на козоводство и приобрели породистых коз из Иркутской области и завезли сюда. А в прошлом году вот начали коровами еще заниматься. Вот молоко пошло. У нас вот такие поддойники. Молоко туда, а потом на переработку. Когда обращаться к Богу, я всегда так делаю. Я говорю, веди меня как слепого котенка и дай мне то, что ты считаешь нужным.